Неудовлетворительное состояние доски почета возле культурно-досугового центра имени Любови Орловой в Звенигороде. Насущной проблемой жители обратились в Совет депутатов. Это такое место у нас. Много граждан там посещают какие-то мероприятия. Вот, и она находится в старом таком нехорошем состоянии. Мы сейчас с Мариной Александровной сейчас выходили туда после приема, смотрели. Действительно, она и исторически уже как-то не имеет. Вот этот вопрос хотелось бы и перед празднованием Звенигорода 870 лет ее обновить. Успеть обновить доску к празднику сейчас главная задача. Теперь нужно здесь, в Звенигороде, тоже сделать проекты до праздника, до юбилея города, все-таки найти силы, средства и с доской тоже навести порядок. На еженедельном совещании глава муниципалитета Андрей Иванов выслушал обращение жителей в ЦУР, социальной сети и Совет депутатов. Особое внимание уделили проблемным вопросам в Звенигороде, среди которых выделили частые аварии на теплосети. За зимний период было 3 аварии и достаточно длительные остановки, там 8 часов, 10 часов, более 20 часов. Это происходит потому, что слив самой трассы достаточно долгий и, в принципе, она выполнена достаточно некачественно. При авариях теплоснабжения лишаются 49 многоквартирных домов, колледж и другие социальные объекты. Вопрос о реконструкции теплотрассы взят на контроль. Эмилия Аракелян, Ферит Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».